оперативнику полтинник, сотруднику главка сотни тысяч. Лично я знаю человека, который, ну, хвастал, по всей видимости, что ему разовый выплат составил 800 тысяч рублей. По какому принципу получают звания и премии при генерале Баталове? Ну это как вот, это вообще вот нормально? Сотрудникам действительно не хватает на материальную помощь, на премии не хватает. А начальник Мурманского УВД 6,5 миллионов своим заместителям премии выписывает. С каких пор министр внутренних дел Колокольцев не указ для ОМВД по Мурманской области? Вот по всем этим химическим вариантам я принял решение освободить от занимаемой должности начальника областного управления по работе с личным составом, чтобы другим неповадно было. Самому начальнику УМВД по Мурманской области я его предупредил о неполном служебном соответствии. Смотрите специальный репортаж «Бизнесмен» в 19:00 во вторник на телеканале Арктик ТВ.